как их остановить? Теперь смотрите, мы еще будем возвращаться, возвращаться, мы не все. Вот это вот женщина, кандидат наук, понимаете? Она примерно такой же вес имеет, а учитывая, что она публичный человек, она одна из ведущих этой программы «Бобер». Вы за нее заступили, сказали, железо бобрихами обозвал. По-моему, не обзывал. Нет, на меня не похоже. Вот. Называл, но хуже было слово. Вот. Хуже, чем бобрихи. Страшнее, потому что я ненавижу, когда деревья убивают. Вот. Они выбирают старые деревья, и так, которые на ладан дышат, они покрыты мхом, и к ним нельзя подходить. Они еще даже поплодоносят. Но когда они деревья покрыты мхом, калечат. Вот. Вот это вот ваше это. Я надеюсь, что вы, ну, как-то, может быть, будете осторожнее, когда вам будут говорить, резать, не резать деревья. Просто чуть-чуть осторожнее. Уже моя роль какая-то будет. А вот это рассказ как анекдот. Есть такая Татьяна Беляковская, она сняла целый этот, ну, в интернете, в Ютубе есть, да? Вот. Это ваш кадр. Понимаете? А так как у нее здесь сидит в зале люди, вот, то ли студенты, то ли просто увлеченные садоводы, может, она так деньги зарабатывает, может, это ее, так сказать, роль учителя биологии. Вот. Но я взял одну фотографию. Почему пока одну? Сдохнет скотина, даже если прижилась. Это ее уровень, понимаете? Она любит помахать руками, она любит... А ниже она как объясняется? Значит, штамм, надо нижние скелетки ветки отрезать. Вы за стулья возьмитесь, даже Ольга, даже Наталья наверняка смотрите. Вот так, держите за стулья. Нижние скелетки, это учитель. Нижние скелетки ветки. Потому что у мужа больная спина. Мне все это сфотографировано, я ничего не выдумываю, я не издеваюсь на ней. Это она издевается над деревьями. Больная спина. И ему трудно, ну, дальше что там идет, перекопка почвы при штамбе, понимаете, да? Ну, а вот эта вот фотография, которая висит на этом, это фотография где-то Италия или Испания, я не помню. Это дерево фигурирует в нескольких сотнях, а если по миру, нескольких тысячах сайтов. Оно старое, здесь оно больное, но даже несколько десятков наших этих самых сайтов, вот это больное дерево, искалеченное, с огромным, плохо видно. Она его использует как учебный материал. Но не для того, чтобы сказать, нельзя подходить к этому дереву. Нет. Она схемы рисует. Это такой человек. Вот. Ну, главное, мужу спину спасла. Вот только дерево не спасла, калеча. Вот это, хотел сказать, ваш уровень. Это уровень нашего современного преподавания. Вот. Теперь, для чего я слово «миражи» привел? Дело в том, что мы с вами оказались, девушки, ну, сегодня особый вебинар, больше, как сказать, больше даже, я бы сказал, это самое, не поэзии, да, хуже. В общем, послушайте внимательно. Есть такой, как его назвать-то, есть такой фантастический рассказ. Знаете, в чем он заключается? Кругом враги, окопы, солдаты, пулеметы. Вот. Они, значит, идут в атаку. И навстречу им тоже, ура, и тоже идут в атаку. Да? И они стреляют, потом вернулись в атаку. И так продолжается месяц за месяцем, год за годом. Это фантастический рассказ, но смысл-то был какой? Навстречу им такие солдаты в штыковой шли. Это мираж. Мираж, понимаете? Они их принимали в виде самих себя, только не узнавали. Да, мираж. И стреляли у этого. И так год за годом там эта война шла. И вот такой мираж наступил между нами. Чуть не сказал опять девчата. Он и наступил. То есть между любителями и профессионалами. Если вы профессионалы. Вот. Сейчас я попробую как-то это смягчить, чтобы не было этих миражей. Мы должны представить себе, что не в кого нам стрелять. Я все призываю к миру. Смотрите, просто на одном примере. Дело в том, что подходит время высева семян, тех самых, ну, понимаете, каких, плодовых растений. Так.
Я взял фотографию, ну, довольно красноречиво. Это там под землей корень, вовремя и на поверхности появились семидоли, и пошел росток. Все нормально. Этому дереву в будущем ничего не грозит. Так. Но дело в том, что вот меня слушает, надеюсь, Антон Валерьевич, он подтвердит каждое мое слово. Итак, а я начинаю издаля. Я ему говорю, рассказываю. Я был у Латинкова в гостях. Это тот самый слет. Ну, там случайно бутылка, по-моему, коньяку была за столом. Его жена, пару гостей. Долматов Валерий сидел. Это такой авторитет, что его сейчас преподавать надо в любом университете, а лучше бы в Тимирязевке. Ну, так не принято, что те, кто знает, тех не пускают. И вот. И сидим в этой компании, и еще одна бутылка, ну, это все фу, смешно. Так вот, он меня отводит в сторону и говорит, вот книга. Знаешь, говорит, эту даму? Я говорю, конечно, знаю. Она считается ведущая абрикосовод России. Да, вот, не Байкалов, не этот самый, не Боднар, даже не Железов. Она ведущая абрикосовод России. Вот. Ну, и в книге он говорит, посмотришь, а я же только провел, это же было как, ну, обмывка, не обмывка, но только закончили мы эту. Я из 18 часов 8 часов читал лекцию. Два диска полных. Вот. Все, что смог, сказал, все главное. Он говорит, вот ты там рассказывал про это заглубление, посмотри. Вот. На всю жизнь запомнил. У меня избирательная память. Открывает страницу, там, может, 20-ю, 50-ю, 100-ю. Абрикосы надо закапывать на 6-7 сантиметров. Я эту историю рассказываю, но я вижу, ну, как вырваться из этого круга-то? Потому что это же не она же в свое время тоже у кого-то училась, а тот еще учился. А то, что для абрикоса 6-7 сантиметров – это смерть. Получается, не знает огромная армия учителей. А почему я подробно рассказываю? Ну, чтобы поверили. Если я просто скажу, не закапывайте на 6-7, вы скажете, о, 100 человек одно, а один человек другое. И вот этот, я Сафронову рассказал эту историю, говорю, у тебя за плечами сколько этих тысяч подписчиков? А ты не просто напиши письмо этой даме на ее сайт. Ты скажи, что ты представляешь, вспоминай, Антон, ты представляешь тысячи подписчиков. Вот. А мы железом учим людей садить так, как мы считаем нужным. А вдруг мы не правы? А вдруг Железов не прав? Пожалуйста, ну, вежливое письмо. Пришел ответ, он есть у нас. Он есть, официальный ответ от этой дамы. Избрала полевую позицию. Причем самое интересное, запомнить его сложно. То ли при осенней посадке 2-3, а весной все-таки 5-6-7, смертельно, то ли наоборот, осенью 6-7, а весной 2-3. Но в любом случае, она в половине случаев, то есть все-таки вы меня не поняли, вот все-таки как иногда-то и так, кстати, 2-3 тоже смертельно. И вот так получилось. Я надеюсь, что... А еще почему? Даст мало, да. Пройдет неделя, две, 500-600 просмотров. А Антон, уже не Антон, а уже Павел Троценко все это выставит там, Пикабу, все, о чем мы говорим, переведет текст в это самое в Яндекс, и будет уже тысячи, десятки тысяч просмотров. Я не называю фамилию, я никого не позорю. Хотя считаю, что если уж ошибся человек, ну, пожалуйста, это надо немножко это. Не надо извиняться, просто статью так и пиши. А то какого-то, слушаете, там, сибирского садовода, это ее это, при сальном хозяйстве разгромила Железова, не называя фамилии. Тоже не называю фамилию. Смотрим дальше. После этой преамбулы. Итак, назовем это нормальным. Хотя, может быть, даже чуть-чуть надо было бы чуть повыше быть. Вот. Внимание, я получаю, это учеба, поймите, от этого зависит ответ на те вопросы дальше, помните? Почему люди не режут, ничего не делают, а все равно больные, и там все покрыты коростой. Вот, я отвечаю на вопрос, почему. Вот эту фотографию, ну, постепенно, мне на несколько вебинаров хватит, если бы у вас хватило терпения, выпускники Академии, все это слушать, и время нашлось. Вот эта вот фотография приходит, а человек меня спрашивает про камень. А мне камень не интересен. Я сейчас не знаю, он помогает там
у него свои понятия там притягивает этот самый тепло, наоборот, отнимает, то это меня не волнует. Я на фотографии видел, что он мой абрикос обрек на смерть. Знаете, что это торчит вот это вот? Семядоля. Тогда я взял, рядом сидела Лена Александровна Савинич, Лена, надеюсь, что вы слышите. А в это время, не знаю, что так поздно, она читает доклад. Я потом почитаю доклад. Как раз по абрикосам. Но это уже в своем кругу. Я надеюсь, у нас прибавится. Она уже говорила. Вот это наши уже, наши, имеется в виду, нашего круга. Любители. А она, этот, будущий академик, ну а пока аспирант. То есть пока одной ногой тут, одной у вас. И вот получается так. Она сидит рядом, и мы с ней на 12 вопросов отвечаем. Причем даже не старше класса. Ответили мы где-то на четверку. Почему мы два, считая себя достаточно опытными, я посадил их тысячи, десятки тысяч, я следил за развитием глубокой посадки, не глубокой, я все это знаю. Вот. Она тоже, у нее образование, как вы говорите, шикарное. У нее шикарнейшее образование. Вот только вы еще с ней потом познакомитесь, надеюсь. Вам же интересно будет, что в Сибири есть такие же грамотные, как вы. Так вот, она сидит рядом, мы отвечаем на 20 экзаменационных вопросов. Так. Почему мы ответили, я сейчас не знаю результат истинный, почему не ответили на 5? А представьте себе, 3 вопроса, 2 из них правильных. Дальше, как у любой этот, студент, который не открыл книги, его дело угадать. Вы знаете, для чего я? Это угадаловка. Вот, его дело угадать. А я вижу первый правильный, третий правильный. Куда нажимать? И она также согласна, что тут 2 правильных ответа из 3. Куда нажимать? Получается, что дальше идет теория вероятности, 5 не получить. Так же? И таких по вопросу, там уже был вопрос, где все 3 правильные. А какие глупые были, раскрывать, просыпать семени, пункт третий, недостаток воды. Ну и уже мозгов-то нет, биологию нельзя обтисывать в ЭГЭ. А я еще раз говорю, девчата, а вдруг, извините, все равно девчата, вот, для меня, 70-летнего, ну пожалуйста, ну сделайте, чтобы хотя бы в одной академии было, а вдруг ее не закроют. Чтобы была нормальная программа. А лучше бы еще и школьное образование взяться. Сегодня вы спорите с железом, завтра мы одна компания. Послезавтра приходит кто-то из наших и говорит, да у нас готовый коллектив. Одному даем Тимирязевку, другому Мичуринский, этот самый. Третьему, значит, министр сельского хозяйства. У меня на всех уже есть кандидаты. Вот. А вам же ладно, Тимирязевку. Один ректор, другой проректор. Ну, я на это. Только вот это вот, чтобы дури вот этой не было. Выговорился, слушайте дальше. Семидоли остаются внутри семени. Вот. Я все гадал. Как они могут внутри семени остаться? При подземном прорастании, надземном прорастании, неглубоком посеве. Вроде бы все правильно. Для меня неглубокий посев – это реальность. Надземное, то есть прорастание, допустим, если семечко лежит просто на поверхности, но там случаев гибели больше, чем в неглубоком посеве, а неглубокий посев, это может испортиться корневой шейкой и основанием штамба, а уж подземное прорастание, это вообще смерть. Вот она смерть. Фу, я взял все-таки учеба, есть учеба. Вот это вот мною косточки абрикоса были посажены под землю. То есть неглубокое, как там, неглубокое посеве, да. Вот. Проходит время, совершается чудо. Оно в чем заключается? А об этом как-то все забывают. И там дама, которая книгу написала, и все-таки ответила, дала полученный ответ этому Сафронову, который представляет собой целую армию садоводов. Тысячи и тысячи. Когда-то она, еще находясь под землей, впивается в землю корнем, а потом действует рычаг, смотрите, лежит.
И рычаг это поднимает вертикально. Теперь вы поняли для начала, что садить надо, дурью мается, вертикально вставляет и говорят, вот так садите. И таких специалистов развелось. До этой фени чуть не сказал грубое слово. А она на самом деле лежала на боку, выкопалась сама, раскрылась и стала вот такой вертикально. Вот теперь вот это идеально практически. Может быть, корешок, не корешок, а штабик чуть-чуть, но это тут каждый миллиметр важен. Но земля еще делится на сырую обычно, допустим, почти сырая. От дождя до дождя не просыхает, допустим, глинистая почва, да? Вот. Суглинок уже лучше, а супись еще лучше. Абрикос для суписи. Отсюда и жалобы. Там растет, а тут ваше вырастет, залито до колена. А второй говорит, а у меня полтора роста. Вот это уже не от меня, не от него. Правильно посадили, ждем чуда. Помогает почва. Вот. А Подмосковье, боже мой, какая была дикая почва там, где я 2 дня изучал ваши сады. Но об этом ниже. Лежа на поверхности. Это учеба еще раз. Вы, конечно, все это знаете. Вот. Это способ Хольцера. Раскидал и все, и забыл. Но если у Хольцера 10 тысяч, а ему надо, чтобы зашло 8 или 50, там понятно. Большинство погибает, это абрикос. Под снегом всю зиму пролежал. С момента падения, это моя фотография. Вот. И один зашел, второй зашел. Вот где-то видел вот какой-то, вот этот, возможно, еще взойдет целый, вот этот корешок пустил, потом он выпрямится, вот эта вот тяжелая чугунная головка выпрямится и станет двумя этими половинками, которые мы сейчас изучаем. А вот это значит, знаете, почему у меня так получилось? Объясняю. Представьте себе большую коробку, слой песка, слой косточек, слой песка, слой косточек, слой песка, слой косточек. Приходит весна, приходит намеченный день. Это обычно для меня, когда земля тает на штык лопаты. Вот. Я беру этот ящик, вот так выворачиваю и начинаю выбирать. Какие-то вот такие, они не годятся для посадки. Почему? Он рос очень глубоко. Вот здесь косточка лежала. И у нее пошла, что под землей. И даже, тем не менее, я же не сказал, что когда ящик открыл, вот эти вот торчали, вот эти вот сверху. На какой бы ни было, он все-таки нашел. Но дальше он мог бы, будучи посажен в почву, как многие делают, вот эта часть рано или поздно просто сгнивает. А вот та дама, которая напечатала книгу, и которая от своих слов не отказалась, вот, они этого просто не знают. Вот, видите, эта фотография учебная, она когда-то войдет в книги. Вот. Вот это вот персик. Он нормальненько развиваться будет. Вот это вот посадка песок, это одна из хитростей. Дело в том, что песок легче всходить, и даже когда чуть-чуть заглублена, все равно это потом можно отрегулировать.